Как корректно указать желаемую должность и уровень заработной платы в резюме? На что обратить внимание при подписании трудового договора? Какие права есть у сотрудников и что входит в обязанности работодателя? Узнать о правилах трудоустройства подростки смогли в штабе общественной поддержки партии «Единая Россия». Там прошел обучающий семинар. В штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» неоднократно поступали запросы и от подростков, которые хотят начать свою трудовую деятельность, и от предприятий, которые тоже заинтересованы в том, чтобы привлекать новые молодые кадры. И поэтому сегодняшнее мероприятие станет хорошей отправной точкой для ребят, которые хотят попробовать себя в различных сферах деятельности. В завершении семинара студенты тренировали навыки работы с возражениями, умение слышать и слушать, аргументировать свою позицию и давать четкую обратную связь. Применить опыт на практике они смогут совсем скоро. 26 июня в Конгресс-холле пройдет областной этап Всероссийской ярмарки вакансий «Работа России. Время возможностей». Будущие соискатели познакомятся с востребованными профессиями региона и пообщаются с потенциальными работодателями.